Очаков ТВ представляет. Командування першої стрілецької роти 3-го стрілецького батальйона просить щире вибачення за несвоєчасне відео у зв'язку з бойовим завданням. Виносимо щиру подяку телеканалу Очаков ТВ за допомогу у придбанні радіостанції Моторола та батареї до неї. Це наближає нас з вами до перемоги. Слава Україні! Разом ми незламні! Добрый вечер. Привет. Как жизнь молодая? Нормально. Ты из какого города? Из Большого Красивого. А название есть у Большого Красивого города? Да, город-герой Мурманск. Какой? Город-герой Мурманск. А, Мурманск. Знаю такой город. Ну, то, что он большой и красивый, этот я немножко погорячился. Нет, ну, смотря с чем сравнивать, конечно же. Слушай, если его сравнивать, например, с Воркутой, то он, наверное, чуть-чуть лучше выглядит. Ну, я думаю, прилично лучше. Да. Но если его сравнивать даже с какой-нибудь там, ну, образно говоря, Тулой или Воронежем, то он такой отстойный городочек, конечно. Ну, Воронеж, может, поцивилизованнее, но Тула я бы не сказал. Я был в Туле, ну, так вот. Не, Мурманск славится тем, что он второй по крупности самый северный город вот, в России. Это я знаю. Да. Еще второй город по бомбежкам во времена Великой Отечественной войны. А, серьезно? Слушай, а вот Воронеж первый по бомбежкам вот во время вот этой вот специальной военной операции? Ну, про Воронеж много всяких ходит. Анекдотов особенно. Слушай, а ты смотришь последние новости вообще военные? Да я не часто, ну так что-нибудь поглядываю. Ну, ты видел, была массированная атака Киева вот прошлой ночью? Слышал, да, такого, нет? Нет, не слышал. Короче, 15 там БПЛА и ракет летело, из них было 6 кинжалов. И, по-моему, если я не ошибаюсь, штук 5 или 4, я не помню, Искандеров, ну, которые баллистическая траектория, то есть они очень как бы мало сбиваемые, а кинжалы вообще Путин говорил, что аналоговнетные. То есть там нету вообще... Не, ну, кинжалы, правда, очень современные, очень технологичные. Да, да, так вот, если ты не слышал, я тебе оповещаю. Сбили все 6 кинжалов. Что, сбили, да? Все шесть. Эх, столько... И они стоят там просто немерено бабок. 6 летело, 6 сбили. И причем знаешь, чем сбили? Ну, ты знаешь, что в Украине есть система Патриот, да? Uh-huh. Американская. Так вот, эта система Патриот, что самое смешное, она система 30-летней давности. Она была сделана 30 лет назад. Она стоит на вооружении многих стран, но, например, в той же Америке есть намного более современные системы. И Путин угрожает вот этими аналоговнетными кинжалами Западу, хотя Патриот сбивает все 100% этих кинжалов. Как ты вот это прокомментируешь? Ну, молодцы, что, хорошо работают. Вот. Слушай, ну с учетом этого, как ты думаешь, Россия будет прекращать боевые действия или будет, блин, пока все население свое не убьет, будет убиваться об Украину? Сейчас провисло. А. Ну, знаете, как я часто слышу от собеседников своих граждан, что рулетки, например, да, с кем я общаюсь? Как они вот часто говорят, бабы еще нарожают. Ну да, это же маршал Жуков сказал, это известная фраза. Ну, вот и этой фразой пользуются. Ну а ты-то сам как относишься к этому? Печально к этому отношусь. Печально, понимаю. Нет, если там что-то это самое, можешь не говорить, потому что на самом деле чат-рулетка место общественное, а за язык можно притянуть у вас в России. 100%. Ладно, давай, счастливо тебе. Побегу я дальше, пока. Вот вам, пожалуйста, товарищ из Мурманска. Он ничего не сказал, за что его можно было бы привлечь, но я думаю, нам с вами все и так ясно без слов. Разумный человек. Надеюсь, что он был разумным еще
большое время назад, потому что те люди, которые по дороге переобуваются, вначале которые кричали «Крым наш, там, и мы всех победим», а сейчас такие, ну, как-то же надо вот, это вот плохо, что-то вот идет не по плану. Вот такие люди у меня не вызывают, честно говоря, большой симпатии, потому что при любой другой возможности человек ровно так же встанет опять же на свои фашистские позиции. Вот. Ну, напишите, что вы думаете по этому поводу, и не забывайте подписываться на каналы и на колокольчик нажимайте. До новых встреч, пока. Почему вас учат дети? Я говорю, вот сейчас такой... Вот ты похож на Бузову первого мужа. Кто? Первый муж у Бузовой. Бузовой был первый. Кто такая Бузова и к какому первому мужу речь? Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Ничего, не знаю, что это Бузова? Откуда? Бузова, Ольга Бузова. Арбузова. А кто это? Бузова. Это кто, Анджелина Джоли или кто? Кто такая Бузова? Ну, почти, это, да. Это российская Анджелина Джоли. А, это актриса российская? Украинская! Нет, в Украине нет таких, не придумал. Ани Лорак, знаешь? Да, конечно, знаю. Это певица. А-а-а. Известная, да. О, давайте выпьем, я хочу бухнуть так. Только не ругайтесь, что вы же женщина, что вы ругаетесь матом? Да, женщина. Не ругайтесь, некрасиво. Хорошо, простите. Давайте. О, можете. Ваше здоровье. Давайте, ничего, давайте. Блин, не смешите, подождите. Чему не чокать? Надо чокаться, подождите. Это мне, ко мне сосед пришел просто. Ну. А, ну, сосед, вот. Это так называется сейчас, да? У нас общага. Мы на общей кухне. Мы на общей кухне сидим. Ага, на общей кухне. Вы из какого города? Крыжовская область. Ой, я сегодня икру купила, короче. Икру купила. Икра какая? Икра ментая это? Да, икра ментая. Кстати, вкусно. Все верно. Вот ты молодец вообще. Я вообще молодец, капец. Из какого ты города? Крыжовская. Винницкая область. Ну, Крыжополь, Крыжовская область. Винницкая область. А, город Крыжополь называется? Крыжополь, ну да. Винницкая область. Это рядом с Мухосранском или далеко от Мухосранска? А вот, кстати, вот это для тебя. Набери в Google и посмотри, где находится город Крыжополь. Кстати, не маленький город. Это поселение. Какая область, вы сказали? Винницкая область. Так, какая? Это для интереса. Винницкая область. Винница, вообще-то, это Украина, не хотел вас расстраивать. Так я знаю. Вот так, я так говорю, а что ты сейчас мелешь, пьяная этой полена? Блядь. Ага. Все, да? Закончился разговор. Крыжополь, блин. Свистуны, блин, российские. Где там Олимпийская? Вот! Подольский район. Подольский, блядь. Подольский, что? Район. Что Подольский район? Мы ваш Киев читаем. Что вы читаете? Кубинское. Киев. Что в Болонь. Киев читаете. Слушайте, а вы читали, что произошло с вашими кинжалами вчера? Каким кинжалом? Ну, ракеты. Кинжал, которые считались несбиваемые, аналоговнетные. И чё, там распиздели по всему миру, что вы их один сбили? Один, блядь. И верить все в это ещё, блядь. Вы знаете, сколько сбили? 6 кинжалов летело, все 6 сбили. Всего летело на Киев 15 ракет, ну, включая беспилотники, все сбили до единого. Ну, значит, следующий не собьёте. Кто тебе сказал это? Я говорю. А, это вы на это... А, Путин уже сказал, что они несбиваемые. А сбили все 6 кинжалов, представляешь? Это все неправда. А, вы это врете. Все. Вам не хочется в это верить. Да,
Да? Доказательство мне. Пруфы, где все пруфы? Тихо. Как Путин сказал, даже если западные все-таки разработают оружие, которое смогло бы сбивать кинжалы, наши ребята в скором времени создадут что-нибудь другое. Тем более сейчас. А, кстати говоря, ребята, мы всерьез ничего не начинали. Кстати говоря, да. Это у вас там еще цветочки. Это у вас еще цветочки. И это мы еще полмобилизации не провели. И будем еще нихуя, и мы вам еще от силы процентов 20-30 только вам скинули. А, процентов 20-30 ракет ты имеешь в виду, да? Или чего? В общем, идите вы в бегемотовский парк. У ребят подгорает. Ну, я их понимаю на самом деле. Им и больно, и стыдно. Они не знают, что сказать. Я их понимаю, конечно. Стыдно, ребята, за свою страну, за свою фашистскую власть, за то, что вы ее поддерживаете. Так и должно быть стыдно.